Склад на Фадеева горел ночью во Владивостоке. Площадь возгорания составила около 1500 квадратных метров. Обрушилась кровля, пожару присвоили третий ранг сложности. Открытое горение ликвидировали только в 6 утра. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморью. По оперативным данным 20 апреля в 03:04 на телефон пожароспасательной службы поступило сообщение о возгорании здания склада на улице Фадеева в городе Владивосток. В считанные минуты на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных кровля склада была охвачена пламенем. Произошло ее обрушение. В 03:34 пожар локализован на площади около 1500 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности. По предварительным данным погибших нет. Всего в тушении задействовано 18 единиц пожарной техники, 75 человек личного состава. Для тушения пожара задействован пожарный поезд. Администрация города организована подвоз воды.